Графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою московской. Граф Сен-Жермен среди других тогда еще красавец пленился ею. Но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица и, увы, предпочитала фараон любви. Однажды в Версале уже де ля Рейн Венюс московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта. О, Боже! О, Боже! О, Боже, я все бы могла отыграть, когда бы хотела поставить опять. Три карты. Граф выбрав удачно минуту, когда, покинув украдкой гостей полный зал, красавица молча сидела одна. Влюбленно над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. Графиня, 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 ценой одного рандеву, хотите, пожалуй, я вам назову. Три карты. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, о, Жен-де-Ля-Рейн, она уже знала три карты. И смело поставив одну за другой, вернула свое. Но какою ценой? О карты! Раз мужу те карты она назвала, другой раз их юный красавец узнал, но в эту же ночь лишь осталась одна, к ней призрак явился и грозно сказал: получишь смертельный удар ты. От третьего, кто пылко страстно любя, придет.